Здравствуйте! Сегодня в избушках пирожные ежики. Взбиваем в миске от миксера 250 грамм сливочного масла с 2 стаканами сахара. При желании можно добавить пакетик ванильного сахара. В процессе взбивания можно один раз очистить стеночки миски. Масло взбивается в пышную белую массу. В отдельной посуде смешиваем 5-6 яиц с 3 столовыми ложками сметаны. Вбиваем эту смесь в масло с сахаром. Вручную вмешиваем в полученную смесь 2 стакана муки для выпечки. Смазываем противень маслом, а лучше маргарином, и выкладываем на него тесто ровным слоем. Выпекаем в предварительно нагретой духовке при температуре 220 градусов 10-15 минут. Вынимаем из духовки и, пока тесто не остыло, вырезаем кружочки диаметром 6-8 сантиметров. Остатки теста разбиваем в крошку. Другие рецепты нашей кухни вы можете посмотреть на нашем сайте videokulinaria.rf. Теперь приготовим крем. Для этого взобьем 200 грамм 38% сливок с 1/2 банки сгущенного молока.
Кладем на тарелку один кружочек теста, обильно смазываем его кремом. Накрываем вторым кусочком, опять обильно кремом. Не забудьте смазать тоже бока. Посыпаем крошкой. Ёжик готов. Выкладываем на блюдо. Приятного аппетита!